Мария Кожевникова ждет четвертого ребенка от Евгения Васильева. Звезда сериала «Универ» в годовщину венчания поделилась новостью о том, что она снова беременна. 38-летняя актриса показала большой живот и объявила о грядущем прибавлении в семье. «Делюсь с вами самым заветным, даже многие друзья и знакомые не знают, наша любовь множится». Телезвезда заявила, что сегодня для нее особенный день – 10-я годовщина венчания с бизнесменом Евгением Васильевым, которое состоялось в Ницце. «Можете нас поздравить. 10 лет, как перед Богом, взялись за руки и не отпускаем друг друга», – пояснила Мария. Актриса уже решила, что рожать она будет в России. Кстати, старшие дети звезды – Иван, Максим и Василий – тоже появились на свет в московских клиниках. В одном из прошлых интервью Мария призналась, что после рождения трех сыновей она мечтает о дочке. Фанаты и друзья поздравляют Кожевникову с радостным событием, желают ей легкой беременности. «Мои поздравления, дорогая! Кайф!» – обратился к будущей маме Павел Прилучный. «Машуня, какое счастье! Какая же ты красивая, умница, ура!» – отреагировала на новость Валентина Рубцова. Напоминаем, что Кожевникова обвенчалась с Василием в 2013 году. При этом пара до сих пор не оформила свои отношения в ЗАГСе. Актрисы уверяют, что штамп в паспорте ничего не изменит в их семейной жизни. На Руси все только венчались, не было никаких штампов паспорте. «Перед Богом больше ответственности», — говорит многодетная мать.